Тюменским школьникам рассказали, как прокачать креативные навыки. Для этого в областной столице прошел мастер-класс тюменских экспертов по музыкальному промоушену. Все это часть творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Он создан для того, чтобы помочь раскрыть таланты ребенка. Подробнее расскажет Дарина Халина. Молодые, смелые, креативные, и несмотря на возраст, они уже знают, чего хотят. Этих ребят знают во всей Тюмени. Музыкальная группа не раз становилась участником городских концертов. Молодые артисты решили ближе познакомиться с кухней шоу-бизнеса. Поэтому команда записала видео и загрузила его на сайт проекта «Поколение М». На кону возможность принять участие в организации концерта российской поп-звезды. Очень ждем результатов. Будем надеяться, что мы будем в рядах лучших. Я надеюсь, что нас кто-нибудь заметит, потому что не зря же мы это все делаем. Мы стараемся для людей, для чего-то, чтобы донести мысль для целевой аудитории нашей. А пока есть возможность принять участие в мастер-классе от тюменских экспертов по музыкальному промоушену. Образовательный блок – часть «Поколения М». Проект компании МТС объединил десятки регионов, чтобы дать возможность детям раскрыть свои таланты. Моей задачей первостепенно является донесение до молодых артистов, научить их представлять себя, презентовать себя красиво и позиционировать свой личный бренд для того, чтобы обрести целевую аудиторию и преданных поклонников. Кроме того, на сайте проекта «Поколение М» множество мастер-классов от российских знаменитостей. Например, певицы Полины Гагариной. Проект не только творческий и познавательный, но и благотворительный. Каждое действие на сайте, будь то лайк или загруженная работа, равна 1 рублю. В конце года компания конвертирует их в реальные деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. Талантливые дети, подростки со всей страны, из любых самых удаленных ее участков, могут проявить свои таланты, сделать это, не приезжая в Москву на какие-то центральные площадки, а буквально, можно сказать, не выходя из дома или из какого-то творческого учреждения. Загрузить свои работы по музыкальному промоушену на сайт проекта «Поколение М» от МТС можно до 31 августа. Дарина Халина, Юлия Никифорова, Алексей Гринко, Тюменская служба новостей.